белой стеной окружают березы заповедный лес. Позади, за несколькими поворотами оживленной дороги, деловито гудит большой город. А здесь тишина. Морозный воздух дрожит. Словно легкой, но твердой рукой в мягкой варежке, древний лесной дух останавливает сумасшедший бег времени и сосновым лапником выметает из головы городскую суету. Среди деревьев, замерзших в узорной паутине солнечного света, притаились сказочные существа. Место тут такое волшебное. Здесь, в Раивской пустыне, все — солнце, воздух, мороз, вода и человек — творят чудеса. В давние времена среди девственного леса на берегу безымянного озера инок Филарет основал обитель. А в конце века прошлого прибился к монашеской братии мастер и начал творить чудеса из камня да из воды окаменевшей. Со временем у монастырских стен каждую зиму стал появляться целый ледяной город. Ну, вначале так попроще было, просто крест и прорубь. Ну, со временем начали уже всерьез делать. Лет 15, наверное, где-то так, может, больше. Не знаю. Образы будущих хрустальных изваяний появляются из-под резца художника прямо во время работы, без традиционных эскизов. Варианты уже наработаны за много лет. Какие-то изменения получаются, а так, в общем-то, то, что положено, то и делаем. Вот это ангел будет, он у него крылья. Мастерам надо соблюдать церковные каноны. А они требуют следовать традициям композиции росписи православного храма. По четырем сторонам от Святого Креста размещают символические изображения евангелистов. Матфей в образе ангела, Марк – льва, Лука в образе тельца, а Иоанн – орла, и каждый из них крылат. У
Удивительно прозрачный материал для скульптур рождается тут же, в озере. Его начинают готовить с первыми морозами. Послушники регулярно расчищают лед, чтобы не замутнел. Но мастера иногда шутят, что такой чистый лед им из Японии присылают. Чистый и звонкий, как детский смех, который звучит над озером всю зиму и заставляет улыбаться художников в седые бороды. От соприкосновения льда и металла, словно живые, появляются чудесные растения. Цветочек называется. А какой это валяется? Ну, люди подходят и сразу почему-то говорят, что это роза. Ну, раз роза, значит роза, а может не роза. Лишь бы не называли по-другому. Образ розы посвящен Деве Марии. Это символ невинности, чистоты и целомудрия Богоматери. Из года в год, благодаря талантливым художникам из Мариэл, создавалась традиция возведения крещенского ледяного городка у подножия Раевской обители. С 94-го года, честно говоря, первый раз сюда приехали. И так каждый год. Наш товарищ, он старший, который вот с бородой. Я театральный художник. Я прошел, сейчас на пенсии. У меня театральный декоратор. Сюжет театр проводит. А Володя скульптор у нас профессиональный, мастер. Мастер. Работу его будто сама природа выделяет. Особняком ставит. Больше солнца и света в подмогу дает. Может быть, так помогает мастеру тот, во имя кого и обитель тут стоит. И вся красота эта творится. Работают артелью. Кто лед режет, кто возит. А художники отсекают лишнее и помогают родиться на свет новой скульптуре. Ледяные скульптуры у нас в городе. Снежные ледяные скульптуры. Они были очень примитивные, простые. Вот, решил попробовать себя. Попросился помощника к скульптору Амиру Кадыровичу Загирову. Вот. И, собственно говоря, с этого и началось мое увлечение ледовой скульптурой. Интересно. Лед очень податливый материал, очень такой благородный. Ну и приятно работать вот с такой святой водой, я бы сказал даже. Вот. Своя какая-то мистическая тайна или какая-то вот необычная энергетика есть у воды, у льда. Когда с ним работаешь, вот как бы чувствуешь. Даже в самый лютый мороз, когда здесь было 25 градусов, скульпторы выходили и работали. Работа, она как-то вот греет человека, согревает. Ты не чувствуешь даже мороза.
сверкающий чудо-город, как настоящий Кремль. Обнесен стеной, имеет и ворота, и башни-хранители. В середине сердце города, место притяжения, крест и крещенская купель Иордань. А вокруг плывут лебеди, замирают дивные звери и птицы. Видно, тесно творческой натуре резчиков в канонических рамках. Вот и радует до самой весны монахов и гостей чудесные изваяния, пусть и короток их век. Ледяные грани скульптур переливаются и вспыхивают на солнце, будто драгоценные камни. А творцы этих несметных сокровищ довольствуются весьма скромным вознаграждением. А получается так, что когда приходим к батюшке домой уезжать, это сколько, а сколько батюшка дальше, сколько отец, ну, отец, говорим, мы. У нас нет такого, что договорились там на такую сумму, нет такого. Сколько даст, столько. На дорогу даст, на дорогу едем, все. Без обеда ничего нет. Просто он по-человечески поступает, и мы по-человечески так же делаем. Если бы я в городе у себя делал, допустим, вот ребят тоже там площадь оформляют центральную у нас тоже к Новому году. Ну там конкретно, там другое, там жизнь, потому что там живешь и за все же платить надо. А здесь уже другое, люди приезжают и отдохнуть, и духовно немножко себя подпитать. Разъедутся мастера, оставив солнцу и морозу доводить свои творения до совершенства. К весне городок, как модница, наряжается в платье в крупный горох. Это гости, подышав на монетки, старательно приклеивают денежки к фигурам и стенам-башенкам. Кто просто на счастье, а кто, загадав заветное желание. И кажется, что и свет солнца, и тепло рук мастеров, и тепло души, вложенные в ледяные изваяния, через монетку переходят каждому прикоснувшемуся к чуду.